Представители МИ прокомментировали запрет въезда российской певицы на территорию Украины. Стало известно, что Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину. По предварительным данным, певица не сможет въехать на территорию соседней страны на протяжении 3 лет. Такое решение было принято после того, как киевские власти узнали о том, что Юлия выступила в Крыму в 2015 году. О том, что Самойловой запрещено бывать на Украине, заявил пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Представители российского МИД заявили, что данное решение киевских властей является циничным и бесчеловечным. До этого сообщалось, что Россия может бойкотировать конкурс не только в этом году, но и в последующих. Это произойдет в том случае, если организаторы Евровидения никак не повлияют на принятое решение, и Юлия Самойлова не сможет выступить в шоу, продемонстрировав подготовленный номер. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.